Об истории и важности вакцины рассказали ученикам медицинского класса Биробиджанской гимназии номер 1. Открытый урок для будущих медиков прошел в рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием». Ее организаторами выступили фонд «Знание» и Общероссийский народный фронт. В Биробиджане это уже второй открытый урок. Первый провели для учащихся лицея номер 23 чуть ранее. Вот эта тема, она сейчас вызывает яростные споры среди всех, в семье, между профессионалами, между обывателями. Все начинают разбираться, что такое прививки, зачем вакцинация, нужна, не нужна, прививка проверенная, непроверенная. Вот для того, чтобы дети могли сами выбирать те знания, которые на самом деле знания, и то, что является фейковой информацией, вот я и решила рассказать. Напутственное слово будущим абитуриентам Биробиджанского медицинского колледжа пришли сказать и нынешние студенты учебного заведения, которые также заканчивали медицинский класс. 11-классники уже к концу этого учебного года должны принять окончательное решение, готовы ли они продолжить выбранный путь и стать настоящими врачами. Увеличено количество часов химии, потому что для поступления нужна именно химия, да, биология. То есть если в других классах 11-х по одному часу биологии, то здесь 3 часа биологии. Вот. Ну вот такая вот ориентация идет именно на подготовку к сдаче, чтобы успешно все-таки сдали ЕГЭ, и кто наметил свой путь именно такой медицинский, поступили в медицинские учреждения со своими баллами. На протяжении последних лет отмечается рост количества абитуриентов из ЕАО, желающих посвятить себя медицине. Растет количество студентов, поступивших в Дальневосточный государственный медицинский университет по договору с правительством автономии и в Биробиджанский медколледж. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.